2500 самарских призывников отправились на срочную военную службу в октябре-декабре 2014 года. Со сборного пункта отправлено два эшелона и 97 воинских команд. Во время рабочей встречи, которую провел губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, об итогах осенней призывной кампании рассказал военный комиссар Александр Иванович Даньшин. План призыва выполнен без срывов и нарушений. Командующий войсками ЦВО направил в адрес главы региона благодарственное письмо. На встрече обсудили также патриотическое движение в регионе, в частности, развитие военно-спортивных клубов и создание молодежного центра. Еще одна тема разговора – проведение мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В своем декабрьском послании губернатор обозначил задачу организовать юбилей на самом высоком уровне.